22 года этому фигуристу. И вот обратите внимание, какой большой десант болельщиков из Канады. Здесь специальная даже трибуна. Им специальную трибуну отвели, они ее просто заполнили. Так что поддержка у него серьезная. Ну и, пожалуй, самым большим достижением Джеффри Баттла в этом сезоне он занял второе место в финале, в финальном турнире Гран-при в Пекине, проиграв только, уступив только Евгению Плющенко. Прелюдия Сергея Рахманинова. Тройной флип, тройной тулуп, каскад прыжков. Уложился в 2 минуты 50 секунд канадский фигурист, и даже чуть-чуть, по-моему, музыка закончилась раньше. Но стоит отметить хорошую хореографическую подготовку, пластичность, интересные вращения у канадского фигуриста. Прыжки, вот вы видели сейчас тройной лутц с... И также этап Гран-при в Пекине, Кубок Китая. Но чемпионат мира это немножко другой, другой старт, другое соревнование, поэтому здесь... совершенно другая обстановка, и после... Джеффри Баттл после квалификации занимал высокое восьмое место, вот почти на 10 мест опережал Андрея Грязева, и неудивительно, что в итоге он обходит по сумме нашего фигуриста, и более того, и оценка у него очень высокая за короткую программу 77,39 балла. То есть вот эти